И этим пятачком мы сейчас начертим сначала знак бесконечности, а потом свое имя. Поехали. А важно держать его вот так вот собранным, то есть, чтобы он был таким, ну, в общем, не расплывался. Лучше делать меньше амплитуду, но вот держать его. Попробуем. Каждый напишет свое имя. Ну, блин. Не достучно.